Всем привет, это вторая часть поделок из Лего. Вот. Ну, да, и сегодня мы будем собирать механические клешни. Сейчас, подождите, джик. Они как бы раздвигаются. Просто мне сейчас неудобно держать. Ну, видите, все соединено. Так что, поехали. Итак, для начала нам нужно вот такие вот большие детальки. Они у меня тоже из большого набора были. Как из предыдущего, там тоже было, который стреляет про пистолет. Вот. Берем такие большие детальки. Сейчас посчитаем, сколько у них. Шестнадцать. 16 вот таких вот дырочек. И соединяем их не в середине, а как бы немного выше. Сейчас определим, где у них середина. Где-то здесь. Ну, возьмем вот сюда, вот ставим. Вот, как вы видите. Синие это для того, чтобы они держались. Вот такие вот, как бы они тройные. Получается. И вторую такую же. Можно как угодно. Главное, чтобы держалась. Вот так вот туда-сюда. Ходила. И это откладываем пока. И берем детальку и такую вот черную двойную. Чик. Вставляем ее вот сюда. И вставляем вот сюда. Потом берем такой же. 2, 4, 6, 8, 12. 12, да. Как в прошлом. 12, 12. Вот. И берем тоже черную и также соединяем. Главное, чтобы оно сходилось все. Вот, видите, как все работает. Потом вот у этих серых посерединке определяем, где у них серединка, вставляем синенькую. Вот где вот эти серединки, там синенькие должны стоять. Не туда, чтобы было все равномерно. Так, нет. Вот так вот. Получается у нас. Вот так вот. И вот видите, уже все работает. Конечно, еще не все, но работает. Хорошо, все, чик-чик. Потом берем. Можете так много продолжать раз. Вот, но у меня просто деталек не хватило. Я вот столько взял. Ну, потом то же самое. Берем, соединяем. Берем еще одну черную. И ну, можно, вот видите, главное вот такая вот последовательность, то, чтобы они вот так вот стояли, они так будут, ну, выглядеть красивее. И сзади тоже вот такие вот, как бы, чик, соединяются вот так вот, как бы их, они даже, по-моему, скрепляются. Нет, не скрепляются, но все равно. Вот, потом берем по-другому. Вставить этого не будет равномерно. Берем, вставляем вот так вот. И тут то же самое. Чик посерединке. И вот проверяем. Ничего почти не видно. Сейчас я чуть-чуть сдвину камеру подальше. Вот. Видите, все работает. Даже за поле зрения уходит. Хорошо. Сделаем еще таких раз. И еще два. И потом я покажу, как сделать сами захваты. Вот, если так можно назвать. Ну, я вернусь, когда сделаю до захвата все. Вот, я сделал все до захватов. Она как бы достает уже до стены. Вот, складывается и чик, высвобождается. Очень длинная.
как видите. Вот. И сейчас мы будем делать захват. Сами штучки для захвата. Вот. Нам понадобятся две вот такие шестерные. Как в прошлом видео такие были. Про Лего. Берем, вставляем синенькую. Видно? Тройная синенькая. Вставляем ее вот сюда, вот во вторую дырочку. Вот. И еще не вставляем. Вот, как видите. И вставляем черненькую. Черненькую вставляем вот сюда, вот. Подождите немного. Ну да. Вот. Сейчас, чтоб видно было вам. Вот у нас так вот, такая вот конструкция получилась. И берем ее, вставляем вот в эту. Вот в первую вот эту вот ножичку. Сейчас мы ее выдвинем, чтобы было удобнее. И синенькой вставляем в первую дырочку. Сейчас. Ждите. Что-то пошло не по плану. Вот, вставили. Видите, это черненькое для того, чтобы она, ну, далеко вот так вот не ходила, чтобы туда-сюда, чтобы держалась. Вот, и делаем также со второй. Подождите. Ну, по-другому немного надо было сделать, конечно. Сейчас я переделаю, чтобы было поудобнее. Хорошо, вот. Сделал. Вот, просто, чтоб вот этими вот такими штучками выпухлыми, чтоб она внутрь смотрела. Ну, чтоб она как бы как вкалывала, как шипы вкалывалась. Потом берем то же самое, делаем с второй. Так, немного опять неравномерно. Подождите. Какое-то. Вот. Опять не то. Как так-то? И не туда. Представляете? Не так, не так. Что ж такое-то? Вот он, всё, наконец-то. Хорошо, все. Опять не так. Что же это такое? А, и здесь сломалось. Фейл. Хорошо. Все, все. Теперь точно все. Точно все. И теперь тут оно открепилось. Да что ж такое-то? Вот, теперь точно все хорошо. Все. Так, значит, продолжаем. Вставляем в другую, вторую. Такую, чтобы она держалась. Вот, они никуда не деваются. Немножко только пошатываются, но это... Нормально. Вот. Как видно, когда она разжимается, она как бы чик захватывает. Когда сжимается, расхватывает. Вот, как видно. Чик-чик. Ну, это чтоб было вот так вот равномерно. Я сделала здесь все синие. Можете как угодно сделать. Конечно, это... Без разницы. Вот. И потом, ну, я сделал, это еще можно сделать как меч, типа. А еще чесалку для спины. Ну, это вот типа меч такой. Похоже немного на меч. Но все-таки видео называется механическая рука. Так что это будет механическая рука. Прихватка. Так вот, ну, для удобства можно вставить одну синенькую. Вот видите? Вот сюда вот. Где руками мы двигаем. Ну, это, например, за нее схватился так, и так удобней. Она как бы скользит там, а не приходится так вот. Просто схватился. Вот. И я просто не нашел больше синеньких и взял такую вот красненькую. Она похожа, немного отличается. Вот, берем. Вставляем, ну, как угодно. Сейчас. Вставили, и вот собрали...
механическую руку, тире, меч, тире, чесалку для спины. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Всем пока!